Здравствуйте, друзья! Хочу предложить вашему вниманию вот такое вот колье. Это колье состоит из вот таких элементов, правда, не совсем из таких, а мы с вами будем сейчас делать, и вы увидите, из каких. Ну, по принципу плетения вот такого вот элемента. В принципе, вы можете сделать это колье не обязательно с бусинками, вот так вот не делать вот этого вот цветочка, а просто сделать плоские и набрать колье из таких вот звездочек, тоже будет очень-очень красиво. А в качестве цепочки я использовала на прошлом мастер-классе, я делала цепочку, и она, мне кажется, подошла идеально. Вот это колье на шее сидит, ну просто изумительно. Ну, и я хочу вам показать, как это колье делается. Да, вот, я хотела еще сказать. Тут, когда плетутся вот эти элементы, и каждая бисеринка играет роль. Вот, допустим, смотрите, вот это колье получилось такое вот более живое, какое-то не очень такое вот жесткое. И все потому, что я одну из бисерин, ну, не одну из бисерин, а каждую, допустим, бисерину в одном ряду вставляла другим способом, чем вот здесь. А вот этот цветочек, с этого, в общем-то, все и началось. Я сначала придумала вот такое вот плетение, но, видите, оно получилось такое, как немножко выпуклое. Я хотела сделать колье именно из таких цветочков, но потом я подумала, что немножко сложноватое здесь плетение, думаю, новички не справятся, попробую я его упростить. Я стала по-другому набирать бисер, хотя количество бисера такое же, как и здесь, и у меня получилось совсем другое изделие. Я вам покажу, как сделать вот такие элементы. Ну, а если вы захотите, чтобы я показала, как делаются такие выпуклые цветочки, то я сделаю следующий мастер-класс. Плела я вот из такого бисера. 18549. Бронзовый бисер, хороший, стойкий, не облазит. Плести можно на леске 0,18 или на мононите. Но мононить в последнее время меня немножко разочаровала. Я ее, когда проверяю на прочность, она у меня бывает даже нужной длины не могу отмерить, она обрывается. Поэтому я опять перешла на леску. Леска, к счастью, очень такая, что разорвать ее невозможно. Использовала я бусинку 12 мм. Ну, итак, давайте начнем. Вот первый наш набор. Нужно набрать 30 бисеринок. 30. И мы это все должны взять в колечко. То есть взять в колечко, не завязать, а именно пройти второй раз иголкой с обратной стороны в эти все 30 бисерин. Смотрите, вот моя иголка. Вот я набрала это окончание лески. И я с задней стороны вот этих вот бисериночек должна их все пройти иголкой. Ну вот смотрите, что у меня получилось. Все 30 бисерин собраны, пройдены второй раз иголкой. Мы должны теперь эти два конца соединить. Подтягиваем и завязываем узелочек. Вот так. Сильно очень не затягиваем, чтобы не было прямо вообще в напряжении. Пусть немножко будет свободненько, оно подастся. Ну, давайте кончик сразу обрежем, чтобы он нам не делал погоды. Подпаливать сейчас его не нужно, потому что он нам дырочку в бисеринке сделает такую, что будет невозможно проходить. Ну, и давайте пройдем немножко вперед. Эти бисеринки оказались с дырочкой гораздо меньше, чем бисер бронзовый. Опять проходит достаточно туго. И смотрите, что мы делаем дальше. Набираем 5 бисерин. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бисерин. И проходим, смотрите, вот нитка выходит из этой бисериночки. А мы отсчитываем 1, 2 и заходим в третью. Вот смотрите, ниточка выходит отсюда, а я захожу 2, пропускаю, захожу в третью.
и у меня вот такое вот ушко получилось. И таким образом я делаю по всему кругу. Набираю каждый раз по 5 бисерин. 5 бисерин. Раз, два пропускаю. В третью захожу. Вот так. Раз, два, в третью захожу. Ну и так мы делаем по всему кругу. Вот здесь, когда мы будем заканчивать, мы с вами встретимся. Ну вот я набрала 5 последних бисериночек и захожу в ту бисеринку, из которой мы уже с вами начинали плести. Вот я прохожу в нее. Из нее выхожу. У нас вот такое с вами солнышко получилось. И прохожу, смотрите, 2 бисерины прохожу. И выхожу вот сюда, в третью даже. 3 прохожу сразу. Ну, 3. Вот так, прохожу сразу 3 бисеринки. Выхожу в верхушечку наших вот этих вот лучиков. И дальше мы будем с вами набирать по 4 бисерины. Раз, два, три, четыре. 4 бисерины. И будем проходить каждый раз вот в такую среднюю бисериночку, верхушечку вот этих лучиков. Каждый раз набираем 4 бисерины. Раз, два, три, четыре. И делаем так по всему кругу. Ну вот я набрала последние 4 бисериночки. И смотрите, вот мы начинали плести вот из этой бисерины. Вот это верхушечка нашего лучика. Теперь смотрите, мы заходим в эту бисерину и проходим 2 следующие. То есть мы выходим посередине, то есть мы набирали по 4, и мы теперь выходим между 2 бисеринами из этих 4. Вот смотрите, проходим вот так, закрываем наше колечко. И вот мы с вами вышли посередине вот этого промежуточка. Теперь мы каждый раз набираем 1 бисерину и проходим 2 от промежутка от этого, верхушечку нашего лучика и следующие 2 бисерины. Делаем вот так. Так что у нас получаются вот такие вот остренькие уголочки. Если вы спросите, почему я не набирала сразу 5 бисерин, то я вам скажу, что я это опробовала. И если я набирала сразу 5 бисерин, то наша вот эта вот штучка получалась очень хлипкая. И в итоге наш элемент получался такой очень живой. А нам нужно, чтобы он получился жесткий. Плетение этих элементов, каждая бисерина играет свою роль, там, как она стоит, так или иначе. Вот видите, мы делаем вот такие вот лучики. И таким образом мы должны проходить каждый раз 2 от бисерины, верхушку лучика, еще 2, и вставляем, и встречаемся здесь. Ну вот, я вставляю последнюю бисериночку, причем каждую бисерину нужно вставлять так, чтобы она прямо вот аж хлопнула чуть-чуть. Вот так. И мы должны с вами выйти теперь иголочкой вот в верхушечку вот этой бисеринки. Старайтесь подбирать бисер с большенькими дырочками. Что-то вот этот голубой, дырочки какие-то маленькие. Ну вот смотрите, я вышла в верхушечку нашего элемента. И я хотела вам сказать, вот 2 абсолютно одинаковое количество бисерин, абсолютно одинаковое как будто бы набор, но смотрится по-другому и плетется по-другому. А количество все одинаковое. Ну, а теперь давайте дальше продолжим. Теперь здесь мы набираем, все очень просто, набираем по 6 бисерин.
6 бисерин. Вот так. И проходим таким образом по кругу. Как я говорила, все плетется достаточно быстро и достаточно просто. Проходим по кругу. Ну вот, последние 6 бисерин. Мы замыкаем колечко. То есть мы должны зайти в верхушечку, из которой у нас выходят вот эти вот 6 бисерин. То есть где наша верхушечка? Вот сюда. И мы точно так же, как в прошлый раз, смотрите, проходим. Вот верхушечка наша, бисеринка. И следующие 3 бисерины. То есть вот здесь мы будем вставлять еще по одной бисеринке. И делаем то же самое, что мы делали только что. Мы набираем одну бисерину и проходим вот так по кругу верхушечку до щелчка и следующие 3 бисерины. И здесь тоже вставляем бисеринку. И так делаем по всему кругу. Вот так. И вот смотрите, наш элемент приобретает сразу такую жесткость. Когда мы закончим, он будет достаточно жесткий. Ну вот смотрите, я набираю последнюю бисериночку, и наш элемент, в общем-то, закончен. Если вы захотите сделать из таких элементов колье, то их можно набрать определенное количество. Может быть, вы придумаете другую схему, чтобы они были другого размера. Ну и вот такой элемент. А я хочу вам показать, как сделать еще вот такую вот кайму. Вот здесь. Чтобы вставить вот такую вот бисерину. Дело в том, что мне очень хотелось вставить сюда вот эти бусины. Они у меня уже много лет лежат. И именно хотелось сделать с бронзой. Поэтому я придумала так вот. Если вставить просто так, то получается очень выпукло и некрасиво. Поэтому я решила сделать вот такие вот каемочки здесь. Это все делается очень просто, как мы когда-то с вами плели браслет в технике Агалала. Мы должны с вами пройти вот в этот вот ряд. Как вам удобнее, так и проходите. Главное, чтобы это было по ходу плетения. Вот я иду по плетению. Допустим, давайте вот сюда. И смотрите, что мы будем с вами сейчас делать. Нам нужно, ну давайте пойдем вот в эту сторону, потому что нам нужно будет над вот этими бисеринками вставить по бисеринке. То есть вот эти 2 бисерины мы проходим иголкой. А над вот этими вот такими небольшими углублениями мы вставляем по бисеринке. Вот так. 2 проходим. Вставляем бисеринку. Вот у нас такие ушки здесь получаются. Видите?
и вот я вставляю последнюю бисериночку над последним углублением. И выхожу вот в эту набранную бисерину. Вот я вставила последнюю бисериночку. И выхожу вот в одну из тех, что мы с вами сейчас только что набрали. Вот. И теперь мы, смотрите, что делаем. Мы между каждой вот... Мы между вот этими двумя бисеринками набираем по 3 бисерины. 1, 2, 3. Вот так. Все очень просто. Здесь уже полегче, потому что эти бисерины у нас, через них никто не ходил еще. Здесь уже иголочка идет полегче. Ну вот, я последние 3 бисериночки вставляю. И должна я вставляю, вот смотрите, последние 3 бисериночки вот сюда. И сейчас мы перейдем с вами на обратную сторону, чтобы вам было лучше видно. Ну вот смотрите, я вставила последние 3 бисериночки, и у нас с вами получилась вот такая вот каемочка, как оборка. Этим бисеринкам здесь достаточно тесно, поэтому они вот так вот в разные стороны идут, как будто бы в цветочке такие вот лепестки. И теперь смотрите, я перехожу на обратную сторону, чтобы вам было лучше видно. Вот выходит из вот этой бисерины, видите, та, которую мы набирали. Теперь мы должны с вами сделать вот что. Мы должны зайти вот в эти 2 бисерины. Вот так. Для того, чтобы пришить бусину, мы должны сделать вот так. Я причем пробовала бусину пришить по-другому. Получается некрасиво и выпукло. А когда делаешь вот так, то выходит очень даже неплохо. Одеваем бусину и смотрим напротив... Этих 2 бисерин стоят вот эти 2. И если у нас нитка здесь выходит вправо, то мы в эти 2 бисерины заходим отсюда, с другой стороны. То есть наша нитка теперь будет тоже выходить как будто бы вправо. Вот так. То есть нитка выходит сюда, а мы вот в эти 2 бисерины, которые напротив, заходим с обратной стороны. То есть слева. И подтягиваем нашу бусинку. Заправляем лепестки наши все вовнутрь, сюда. Теперь мы берем и проходим опять в дырочку, в обратную сторону. И мы теперь должны зайти, если наша нитка выходила справа, то мы теперь должны зайти вот сюда, с левой стороны. Мы должны сюда зайти, вот сюда с левой стороны 2 бисеринки. Вот так мы заходим, и иголочку надо вытащить. И теперь мы должны нашу бусинку вот так вот подтянуть. И вот смотрите, она становится четко посередине, что плоско и здесь. Всего лишь немножко выгибается. И здесь не сильно выпирает. Ну и вот что у нас с вами получилось. Немножко бисер смотрится совершенно по-другому. Потому что, видите, у меня здесь получились очень четкие каемочки. Это все от того идет, что я плела это на леске. Леска гораздо тоньше, чем вот эта вот черная нитка. Ну и, соответственно, дырочки на этом бисере чуть-чуть побольше. Ну... Вот после того, как мы все это сделали, уже можно закреплять нитки. Нитку закрепили, обрезали и подпалили. А теперь я вам покажу, как нужно пришивать сюда цепочку. Вот я проплела небольшой кусочек цепочки. И для того, чтобы нам ее пришить, мы делаем вот что. Мы набираем одну бисеринку.
заходим в верхушечку, ну, для первого цветка, неважно в какую, в эту или в другую, и набираем еще одну бисеринку. Вот так. Так как мы цепочку плели, кому интересно, мастер-класс есть где-то предыдущий, я оставлю ссылку в описании. Там набирали мы, когда плели цепочку, 3 бисерины. Вот мы 3 и набрали. 1, 2, 3. И смотрите, как мы делали, когда плели цепочку. Вот наши 3 бисерины. И мы заходим, если у нас нитка выходит отсюда, мы заходим в нашу цепочку вот так. В одну бисериночку. Подтягиваем все. И как мы делали при плетении цепочки, наша нитка должна выходить в ту сторону, где торчит вот эта вот бисериночка. То есть мы должны зайти вот сюда, вот в эту вот бисеринку. Выходим. Вот, видите? Прикрепили, и можем теперь для верности еще взять и пройтись вот так вот по кругу. То есть зайти сюда, вот в эти две. Сюда. Вот в нашу вершинку еще раз зашли. И дальше из вершинки мы уходим вот сюда, вот в нашу звездочку, и там где-то прячем нитку. Ну и вот получается такой элемент. Я надеюсь, показала, все понятно. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, спрашивайте. Девочки, эпидемия – это не повод грустить и заниматься бездельем. Давайте будем совершенствоваться, будем плести, будем рукоделить. Я желаю вам всем успехов, здоровья, всего доброго. До свидания.